Городок Хайчэн расположен в провинции Фудзянь. Сотни лет назад он был известен как Еган, лунный порт. Он не является одним из уникальных морских портов, но некогда оказал большое влияние на развитие морской торговли Китая. Шелковые ткани и фарфоровые изделия, вывезенные когда-то из порта Еган на парадные обеды и банкеты великосветского общества, отличались своим изяществом и элегантностью. Ежегодный объем торговых сделок достигал нескольких сотен тысяч лянов серебра. Какие исторические условия способствовали процветанию порта Еган? Что скрывается за его бурным развитием? Наблюдая береговую линию, протяженность которой составляет 18 тысяч километров, мы вспоминаем о том, какое трудное прошлое переживали китайские бизнесмены в ходе развития морской торговли. 8 августа 2008 года на церемонии открытия Пекинской Олимпиады зазвучала музыка, под аккомпанемент которой артисты с различными видами реквизита вошли с четырех сторон на стадион. Наверху сцены появился один из артистов, держа в руке компас. Квадратная матрица превратилась одним мгновением в образ грандиозного корабля. Более 900 артистов продемонстрировали, как плавают по морю на корабле. Стремление китайцев узнать свойства морей и развивать морскую торговлю имеет давнюю историю. Во время правления династии Хань китайцам удалось открыть водный путь из провинции Гуандун в Индию. Позже сформировался морской шелковый путь, который стал пользоваться одинаковой известностью с сухопутным Великим шелковым путем. Китайские торговцы создали на огромных акваториях морской путь к богатству. В период правления династии Сун и Юань морская торговля достигла беспрецедентного уровня. В период правления династии Мин путешественник Джан Хэ совершил за 28 лет 7 морских экспедиций на самом огромном на тот момент корабле, возглавив самый могущественный в мире морской флот. Плавание Джан Хэ сильно способствовали освоению китайцами морских ресурсов. Однако после него развитие морского пути в Китае пришло в упадок. Джин政策直接原因呢是元朝末年群雄并起，朱元璋呢在剿灭了方国珍、张士诚之后，那么他们的残部呢逃到了海岛上。 与倭寇相勾结，经常骚扰沿海各州县。对于刚刚诞生的明政权来说，这是具有很大威胁的。所以，他要奉行严厉的海禁政策，宣布片板不得下海。 Будучи одним из императоров китайской истории, родившимся в наиболее бедной семье, Джу Юаньчжан смог осознать лишь то, что смена династий происходила, как правило, от бандитизма. За проводимой им политикой самоизоляции скрывается размышление о безопасности нового режима. Несмотря на то, что династия Южный Сун, которая существовала совсем недалеко от правления Джу Юаньчжана, сохранила свою власть на протяжении 152 лет путем накопления богатства и достигла экономического процветания благодаря развитию морской торговли, но в глазах потомков она представляет собой лишь одну из слабых и непрестижных династий. Поэтому Джу Юаньчжан пришел к выводу, что море имеет угрожающий характер, и решил запретить морскую торговлю. 朱元璋的制定的政策呢，对于整个明代，因为后来的这些皇帝啊，都遵循，谁也不敢破坏祖训。 Замкнутость и отказ от конкуренции, чем отличалась Минская династия, наиболее ярко проявляется в том, чтобы закрыть свои двери и жить по собственным правилам. Даже при запрете морской торговли Джан Хэ совершал экспедиции в Юго-Восточную Азию и Индийский океан. Но его плавания были направлены на обеспечение безопасности режима, а не на активное участие в мировой торговле.
Императорский двор разрешал заниматься морской торговлей лишь при одаривании подарками правительства. По сути, запрет морской торговли был ограничением на занятие частной коммерческой торговой деятельности. Поскольку запрет на морскую торговлю был направлен непосредственно против подданных, а не антиправительственных морских сил, этот политический курс не только не мог стать эффективным средством береговой обороны, но даже обострил некоторые противоречия, имевшие место в прибрежных районах. Китайские торговцы, вся жизнь которых проходила у моря и зависела от моря, стояли перед лицом жизненно необходимых требований и не могли устоять перед соблазном богатств. Они решили заниматься морской контрабандой, не щадя самой жизни.在当时候的这种闭关之守和封闭，它不可能沿线整个的封闭，而且是在一些主要的这个港口实行这个封闭。也就是说，政府的这个闭关之守，它并不能够得到全面的实施。也就是在明清时候，这个海洋贸易仍然是有一定的发展，而且它主要突出的表现在民间华商的这个对外贸易。 Чтобы избежать неприятностей при проверке органами власти, торговцы решили перемещать на прибрежные островки и отдаленные гавани распределительные центры и места торговли, а также склады и базы снабжения. Таким образом, порт Юган, который как раз был пригоден для занятий контрабандой, постепенно развивался. Такие китайские товары, как шелк, фарфор и чай, были перевезены за рубеж с целью сбыта. Эти товары вызывали у европейцев большой интерес, переходили из рук в руки и сильно дорожали. Судя по этому, торговцы Португалии и Испании, расположенные на побережье Атлантического океана, стремились проникнуть на этот рынок для поиска путей к приобретению огромных прибылей. Примерно в 1500 году они стали открывать новые водные пути, что привело к изменению структуры мировой торговли. 早期的商人都具有海盗的特征，对于这种易商易盗，西方各国是普遍予以支持的、协助的。其中有一些国家对于这些海盗还是要给予财力上的支持和褒奖。 Исследователи странствовали по морям и океанам. Начались великие географические открытия. В 1492 году Христофор Колумб вышел в море, мечтая о прибытии в Китай и Индию. Но он прибыл случайно на Багамские острова, расположенные в современной Америке. Спустя 5 лет после этого португальский мореплаватель Васко да Гама, обойдя мыс Доброй Надежды, вышел в Индийский океан. С тех пор товары, сделанные в различных районах мира, больше не были ограничены географическими рамками. Глобальная экономическая сеть сформировалась благодаря открытию водного пути по океану. В этом новом пространстве Китай оценивался как замкнутый и пассивный. В приморской зоне Китая началась борьба консервативных идей с политикой открытости. Минцзе的华商他们自己组织起来武装海上集团，这个被我们的文献和政府以及文献称之为海盗，因为 这个海洋贸易的这个风险比较大，那个时候西方的殖民者也开始东来，而加上中国政府对中国商人的出洋又是打压和反对的，所以他们完全要凭借自己的力量去进行海洋贸易，所以他们组织了武装海上集团。 Насильственное подавление правительства Минской династии нелегальной торговли привело к тому, что торговцы, занимавшиеся контрабандой, стали пиратами-бизнесменами. Частная морская торговля Китая нередко сопровождалась вооруженной конфронтацией и разбоями в прибрежных районах. В
1542 году к японскому острову Хурада отправилось гигантское двухмачтовое судно, груженное нелегальными товарами. Владельцем корабля был купец Ван Джи, выходец из провинции Аньхой. Он был типичным представителем главарей морских контрабандных групп. Чтобы противостоять правительству Минской династии, он вербовал большое количество солдат и закупал оружие. В конце концов, ему удалось создать крупнейшую вооруженную группу морских контрабандистов. Остров Шуангью расположен недалеко от архипелага Чжоушань в восточной части провинции Чжэцзян. Шуангью был обетованным краем для ведения контрабандной торговли. В течение многих лет здесь прочно укоренились пират Ван Джи и его односельчанин Сюй Дун. Ван Джи, он是一个商人，也是一个武装走私集团的首领，他在江浙洋面上势力非常之大。 他还在日本建立了贸易基地，他的贸易遍布中国大陆、台湾、日本和东南亚各国。 В 1548 году остров Шуангью был захвачен императорскими войсками. Ван Джи пришлось бежать в Японию, где он нанял большое количество японских бродяг, которые многократно совершали набеги на прибрежные районы провинции Чжэцзян и Фуцзянь. Таким образом, Ван Джи пытался заставить правительство династии Мин вести морскую торговлю. Но в период правления династии Мин Китай вступил в период беспрецедентного самодержавия. Правительство заставляло почитать конфуцианство, что сформировало нормы морали и нравственности. Экономика главным образом была основана на сельском хозяйстве. Налоговые поступления бюджета были сформированы за счет пахотных земель. Огромное количество богатств, накопленных в результате ведения в юго-восточных прибрежных районах частной морской торговли, осталось в руках у жителей юго-восточной и южной частей страны. Находясь в блокаде в течение 10 лет, Ван Джи в конце концов был обманным путем взят в плен земляком из провинции Аньхой Ху Цзунсянем. Потом Ван Джи был убит в городе Ханчжоу. Ван Джи, этот человек, должен быть двумерным человеком. 他跟这个倭寇联系起来了，这样的话呢，这个也有这个倭寇这一面。 Сегодня в международной торговле Китая 90% всех грузов перевозят морским путем. Современные люди пользуются выгодами, которые приносят экономическое развитие морских портов. Именно об этом и мечтали те, кто заплатили свои жизни ради ведения морской торговли. В эпоху Ван Джи Китай и западные страны по-разному относились к пиратам. Морские разбойники, с одной стороны, были врагами императорского двора, с другой – инструментом империалистической экспансии. Когда западные страны стремились к расширению территории и накоплению богатств с использованием морских ресурсов, казнь Ван Джи не принесла спокойствия, чего хотело добиться тогдашнее правительство. После смерти Ван Джи пираты устроили акт возмездия в прибрежных районах. Но после ожесточенных боев с войсками они постепенно были подавлены. Через 7 лет после смертной казни пирата Ван Джи император Цзядзинь, который проводил запрет на морскую торговлю, умер. Вступивший на престол новый император Лун Цин решил, что при ведении морской торговли пираты смогут превратиться в купцов, а при ее запрете торговцы станут пиратами. Таким образом, Лун Цин объявил об открытии порта Йоган в провинции Фуцзянь. Порт Йоган поражал своими масштабами благодаря столетнему развитию контрабандной торговли и стал крупнейшим портом внешней морской торговли. Порт принес Китаю значительные денежные поступления.粤港开放以后，其实是西班牙人把我们中国的产品，经南亚各国贩运到了南美各国，这也就是所谓太平洋航道的建立。这个航道的建立呢？ 对于我们中国来说，具有非常大的意义。
1573 году два крупных галеона под испанскими флагами отправились из порта Манила в порт Акапулько, расположенный на побережье Мексики. Большинство грузов на борту были хлопчатобумажные ткани и шелк, а также фарфоровые изделия китайского производства. Объем выручки китайских торговцев достиг 600%. Китайцы получили после сбыта товаров не только драгоценности и ароматические вещества, но и серебро. Знаменитые манильские галеоны непосредственно соединили продукцию Востока с американским серебром, что привело к тому, что в тогдашнем Китае серебро стало основной валютой. С 1570 по 1644 годы приток американского серебра в Китае составил в общей сложности около 12 620 тонн. Если общий вес серебра, вошедшего из Японии в Китай, оценивался в 170 миллионов лянов, то количество серебра из других стран мира превысило 500 миллионов лянов. В народе ходило большое количество серебряных денег, что заставило правительство регулировать денежный материал. Китай тогда сравнивали с насосом, который всасывает в себя серебро. Мощь Китая объяснялась привлечением серебра из различных стран мира. Огромное количество серебра было получено в обмен на китайские товары. Поэтому социально-экономическое развитие, в частности развитие внешней торговли, было тесно связано с развитием торгово-промышленного предпринимательства.大量的白人输入中国，它为这个明代后期张居正的一条鞭法的改革呀，提供了物质基础。嗯，那而这个呢，这个改革在整个中国社会发展当中是起着非常大的作用的。这都是由于这跟海外贸易也是有直接关系的。 Правительство Минской династии решило провести реформу налогообложения, которое должно было осуществляться в пересчете на серебро. Это свидетельствует о том, что обращение серебра стало очень популярным среди населения. Монетизация серебра сама по себе явилась результатом развития народного хозяйства и, в свою очередь, стимулировала его дальнейшее развитие. Было очень странным то, что в самый оживленный период притока серебра наблюдалась в Минской династии напряженная ситуация с финансами. Это явление объясняется несколькими факторами. Во-первых, тяжелое положение по налоговым поступлениям. Во-вторых, частые стихийные бедствия. И в-третьих, инфляция. Взаимодействие вышеупомянутых трех причин привело к умножению в период правления династии Мин общественных проблем. Развитие внешней торговли привело к тому, что в период правления Минской династии большая площадь богатых пахотных земель в южной части страны была использована для выращивания товарных культур. В связи с этим урожай зерна постепенно снизился. Кроме того, тяжелая засуха в северной части страны оказала негативное влияние на урожайность, в результате чего цена на продовольствие начала подниматься. В соответствии с этим сократились от неурожайности налоговые поступления центрального бюджета династии Мин. Но торговцы, которые извлекали сверхприбыли от внешней торговли, не могли разделять тяготы государственного управления. Они придерживали серебро для спекуляции, что свидетельствовало о зарождении капитализма. Нехватка финансов у правительства вела к напряженности в обществе. Без материальной помощи голодающие устраивали беспорядки. Без денежного довольствия войска поднимали мятежи. Вот почему в поздний период правления Минской династии непрерывно происходили крестьянские восстания. После открытия порта Йоган все больше китайских товаров перевозилось в страны Европы и Америки. Это стимулировало там промышленные и технические инновации. Реформы Минской династии продлились не более 10 лет.
Против реформ выступили группы, объединенные общими интересами. Закончился период временного возрождения и приблизился конец правления династии Мин. Ограниченное открытие порта Йоган не позволило полностью разрешить социальные проблемы и не сыграло роль в уничтожении пиратства. Было установлено, что из порта в море могли отправляться лишь купцы округов Джанчжоу и Чанчжоу для ведения морской торговли. Несправедливая обстановка во внешней торговле не могла удовлетворить потребности других купцов. В поздний период правления династии Мин в Китае возникли проблемы с бандитами, из-за чего народ не мог жить спокойно. В юго-восточных прибрежных районах вновь наступил золотой век китайских пиратов. Этот дом в классическом стиле является храмом предков рода Джан. На этой вывеске записано о том, какой славой пользовались представители поколения рода Джан. В том числе были легендарные фигуры Джан Чжилун и его сын Джан Чжангун. В последние годы правления династии Мин они были совместными владельцами крупнейшей вооруженной группы по морской торговле. Но потом их пути разошлись. Люди вспоминают, как Джан Чжангун изгнал голландцев с острова Тайвань. Не следует забывать о том, что он был одним из китайских торговцев. Он с отцом оказал большое влияние на ход истории. Джан Чжилун родился в бедной семье. Он стал приемным сыном морского торговца округа Чанчжоу Ли Даня. После смерти Ли Даня Джан Чжилун овладел его наследством, организовал свои вооруженные силы и стал главарем морской зоны провинции Фудзянь. В поздний период правления династии Мин правительство не было в состоянии уничтожить Джан Чжилуна. Тогда оно решило привлечь главаря на свою сторону. Через 16 лет после умиротворения Джан Чжилуна династия Мин была уничтожена.他就可以控制海上的这些势力，他就可以更有效地开展与台湾、日本和东南亚各国之间的这种贸易。实践也证明，他降明之后，有史料记载说他岁入千余万，实力，他从中呢是得到了巨大利益的。 В 1644 году, когда была уничтожена династия Мин, Джан Чжангуну, сыну Джан Чжилуна, было 20 лет. В течение этих лет с помощью своего отца он получил нормальное конфуцианское образование. Его поведение отличались преданностью государю и сыновней почтительностью. В 1646 году, после прихода династии Цин, новые правители пообещали Джан Чжилуну пост губернатора провинции Фудзянь и Гуандун. Невзирая на настойчивые уговоры сына Джан Чжангуна, Джан Чжилун решил-таки сдаться цинскому правительству. И попал в ловушку, и потерял свою жизнь. Джан Чжилун是典型的海盗出身，多年的海盗生涯呢，那练就了他那种强烈的求生的那种理念，所以呢，他就 一次降明，后来他又降了清。可是郑成功就不一样了。 Возле ворот главной палаты по военным делам, где некогда квартировал Джан Чжилун, растет пышное дерево под названием «Вербовка Джан Чжангуном солдат». В 1647 году в южной части провинции Фудзянь Джан Чжангун официально послал войска сопротивляться правительству династии Цин. Вербовка солдат прошла именно под этим деревом. Он унаследовал концепцию Джан Чжилуна «Без моря не будет дома». Он выступил за открытие морского пути и ведение в портах морской торговли. Джан Чжангун создал 5 торговых фирм в Шанхае, которые занимались перевозкой товаров из материковых районов за границу. Его торговые партнеры были в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем торговой выручки составлял примерно 2,5 миллиона лианов серебра.
что позволяло эффективно финансировать армию рода Джан. Он обосновался в городе Сиамэнь и создал базу по защите бывших сановников династии Мин. База называется Сыминчжоу, что означает «тоску по Минской династии». Все это носило ироническую окраску, ведь ушедшая династия запрещала морскую торговлю. Джан Шангун, потерпев поражение в походах на север, начал расширять свои силы на юг для развития внешней торговли. Он и сегодня пользуется вечной славой благодаря тому, что изгнал голландских колонизаторов из Тайваня. В последние годы правления Минской династии и в начале Цинской династии порт Йоган пришел в упадок. Но этот маленький край прославился в истории Китая и встал в один ряд с четырьмя крупнейшими торговыми портами провинции Фуцзянь. История не имеет сослагательного наклонения, но можно утверждать, что правитель не способен быть выше истории. С точки зрения глобального развития, можно говорить о том, что тогдашний Китай уже был втянут в развитие мировой экономики. Торговый обмен стал неизбежной тенденцией. Но надо было соответствовать историческим процессам, чтобы не попасть в зависимое положение. В Китае при появлении хороших шансов были созданы коммерческие группы. 10 крупнейших из них, представителем которых была группа провинции Шэньси, официально вышли на историческую сцену. Cheers.